С весны до осени на стадионе между 17-м лицеем и 22-й школой не смолкают детские голоса. Здесь проходят футбольные баталии мальчишеских команд, уроки физкультуры, работают досуговые площадки. Зимой на лыжню выходят ученики начальных классов. Свое детство, проведенное на школьном дворе, вспоминает не одно поколение жителей давыдовских микрорайонов. Школа 85-го года. Я сам ее заканчивал, школу, то есть теперь у меня учится здесь дочка. И всем родителям, конечно, не безразлично, какие будут условия для занятия спортом, то есть массовым любительским спортом для, в общем-то, и детей, и всех детей микрорайона. С самого рождения ребенка это было место постоянных наших прогулок. Подрос здесь, всегда катаемся на коньках, на лыжах, на велосипеде. Очень хорошее место, и я думаю, для района будет очень хорошая площадка. С инициативой обустроить стадион с современным оборудованием выступили родители школьников. Заручившись поддержкой руководства учебных учреждений, мамы и папы предлагают сделать стандартную беговую дорожку с качественным покрытием и длиной 333,33 метра. То есть три круга – это километр, что позволит проводить соревнования городского, может, областного и даже межобластного уровней. То есть это самая первая задача. А уже все остальное внутри этой дорожки мы уже разметим, я думаю, своими силами, силами родителей, общественности. Разметим футбольное поле, две зоны сделаем, возможно, волейбольное поле. Проект спортивного сооружения готов. В случае победы на конкурсе общественных инициатив на его обустройство школы получат 1 000 000 из областного бюджета, 600 тысяч рублей из городской казны, еще 40 тысяч планируют привлечь из внебюджетных источников. Я лично выступаю за стадион и фонд, которым мне доверили управлять, тоже зимой на управляющем совете, на совете попечителей принял решение о запуске благотворительной программы «Спорт – это жизнь». И вот этот проект со стадионом очень идеально вписывается в те решения, которые принимались на управляющем совете. Я думаю, что родители и нашего образовательного учреждения поддержат это очень такое глобальное мероприятие для всего микрорайона, потому что не только уроки физкультуры, мероприятия для школьников, но и жители самого микрорайона всегда проводят свое свободное время, весеннее, осеннее, летнее время на этом стадионе. Ольга Смирнова, Владимир Пискунов, телекомпания «Русь».